Привет! У нас сегодня пасмурно. Хвастается, свечи новые поставил и хвастается, что машина побежала, полетела. Конечно. У нас сегодня пасмурно, и мы сегодня едем гулять в парк. У нас в парке Гагарина поставили новые аттракционы. Вот. И мы хотим съездить посмотреть, что там у нас, что за аттракционы, какие они для детей, больше для взрослых. Может быть, конечно, мы на чем-то покатаемся, но не обещаем. Да, Паша? Паша сказал, что прокатится. На самой жесткой, да, такой какой-нибудь, прям, чтобы ох, снова жить захотелось. Вот. В общем, с нами едет, как всегда, моя сестер. У нас других пассажиров не было. Она едет не с нами, она едет сегодня на своей машине с мелкой дочкой погулять в парке, там, потому что сосновый бор. Вот. И с подружкой. Вот. Не знаю, насколько уж они там попадут, не попадут в видео. Но как бы посмотрим, что у нас там сделали. Едем в парк. Здесь у нас железная дорога детская. Ну как детская, железная дорога для всех, а управляют ею дети. И причем очень, там что-то порядком часа полтора или два ли она длится сама от начала до конца. И потом обратно можно поехать. Вот, но очень интересный опыт как бы для детей. Такие вот станции, это станция зоопарк, потому что здесь у нас зоопарк по левую руку. Вот сейчас мы будем переезжать ее. То есть здесь все как положено, шлагбаумы, светофоры. Парк еще не работает, обидно. Мы с вами подглянем. Детские карусели. А здесь, наверное, будет чисто детская, кстати. Смотри, они все детские. А, с закрытыми кабинами? Ага. И он там будет что-то замирать? Мне кажется, это самолет. Ну смотри, они все почти детские. Ну вот единственный, наверное, вот этот. Ой, ну столько батутов понаставили. Ну, вот самый последний. Но, да, еще большой. Не могу, не говорить. Если не варенки, не помнится. Я околела. О, а этот, интересно, будет детский там? Нет, помнишь этот? Заходишь там, оплачиваешь сколько там? И целый день можешь там находиться, бесплатно качаться, кататься. Но вот это вот от него же, вот это вот здесь же он был.
А? Давай. Эх ты. Вот я просто и выйду. Нифига себе! Хорошо, что один лишний. Убирай. Вот я почему и говорю, один надо брать. Так, какой мы хотим? Маша, Тори, Пикачу. О, нет, давайте нам, наверное, этого вот синенького динозаврика. А что такое синенький? Но он же синенький по мультику динозаврик. Спасибо. Ой, папка мне выиграл игрушку. Так, держи. Держи, я уберу. За 200 рублей купили. Она снимает. Да я вижу. Да только чтоб так и было. Папа захотела есть. Ну ладно, поешь. Мужик. Только что один запас вам взяли. А я так и говорю, и что там. Что они взяли за 250, а то один десять. Только сам не нырни за ней. Не нырни, что ты делаешь? Иди его, держи за трусы. Ну-ка. Все, оставь тут. А, нет. У него что-то, смотри, он это, лапка что-то. Ну, пустал, что плавать-то. Нет, у него лапка, скорее всего, поэтому он туда и упал. Сейчас отдохнет что-то. Мне кажется, он и здесь умрет. Он не может. Лапа подбили. Он ранен. Спринтер, спринтер. Сразу выделяется из всех. Непослушный такой. Что-то у него это... Конкретное перевозбуждение. Он, походу, Оль чего-то наелся. Наелся?
Ну, походу, чего-то наелся, потому что все утята как утята, а он... Да. Он выделяется. А он гиперактивный. Во-во-во-во-во, летит. Одна, да? Где вторая? Кря-кря. Где, говорит? Где? Ты где? Это поди забыла, на каком камне утята ставила. Теперь их ищут. Вы где? 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 А эти молчат. А те там зашкерились, как камушки. Их не видно, не слышно. Там вон, там вот. Ну, рыбу что-то не видать, да? Ну, там есть. Ну, там. Она же огорожена. Но здесь тоже же плескалась раньше. Ну, раньше, видишь, они огорожены. Ты реально к ней поплыла? Да, вон и. Смотри-ка, через листики не поплыла, а плыла их. Она так быстро к ним плывет. Помыться. Так, как нам помыться, чтобы не пахнуть. Ну, прикольно.